кататься. Почему я не могу на нем кататься? Андрюша хорошо, у него есть и машинка, и самокат, а у меня нету. Ир, а ты чего такая грустная? Как почему, мама? У меня гироскутер сломался. На улице такая хорошая погода, каникулы, все катаются. На самокате, на велике, на гироскутере. А мне что делать? На чем мне кататься? Видишь, даже у Андрюши есть самокат. И машинка тоже. А у меня нету на чем кататься. Так просто есть определенное, Ира, простое решение. Почему сразу расстраиваться и обижаться? Этот же гироскутер имеет сертификат, и его можно сдать на ремонт. Да, мама, но вы его же не отсюда купили, он слишком далеко. Но мы можем поехать в Румынию с папой и отвезти его на ремонт. У нас есть сертификат, есть гарантия, 2 года. Ребят, вы же знаете, что мы этот гироскутер подарили Ирочке на день рождения. Кто хочет посмотреть это видео, когда Ирочка праздновала свой день рождения, какие подарки она получила, мы оставим ссылочки под описанием. И Ирочка совсем недолго на нем каталась. Не могу понять, новый вроде бы с документами, и вот уже не работает. Я только один раз вышла на 15-10 минут, и все. Потом он сразу разрядился, и мы не смогли его больше зарядить. Ребят, напишите и вы, пожалуйста, в Инстаграме и в сообществе. У вас такое случалось? Я от многих слышала, гироскутеры, они вот именно такие, очень капризные. То работают, то не работают. Вроде бы мы его выбирали по комментариям, чтобы хорошее было описание. Так, не расстраивайся. Завтра мы с папой поедем в Румынию. Мы его с Румынии заказывали. Возьмем сертификат и отдадим его либо на ремонт, либо купим какой-то новый. Посмотрим, какие у них условия. Правда? Ура! Круто! Наконец-то у меня будет на чем кататься! Правда, правда. Видишь, как мы идем на уступки? Ради того, чтобы поднять себе настроение. А вы успеете? Лето не закончится, пока его отремонтируют? Я думаю, что не закончится, потому что он не стоит маленьких денег, поэтому они должны этот ремонт и сервис быстро все выполнить. Хорошо, ура! А ты обещаешь со своей стороны, что будешь читать, читать, читать? Обещаю. Обещаешь? Хорошо. Ну что, подняли тебе настроение? Да. Ладно, ребята, я очень рада, что наконец-то мне смогут починить мой гироскутер. Надеюсь, у мамы и папы это получится, потому что я очень хочу на нем покататься еще раз. И 15 минут были самый лучший момент в моей жизни, правда. Поэтому я хочу, чтобы вы поддержали меня лайком и подписались на наш канал. Ирочка Инфо и Андрей Индырочка Инфо. Всем до новых встреч. Пока-пока, ребята. Пока. Вот тебя починили.